Аукционный дом «Кристис» выставил на торги в Нью-Йорке работы выдающихся импрессионистов и модернистов. Топ-лоты аукциона – портрет жены Анри Матисса, мадам Матисс в кимоно, кисти Андре де Рена и полотно «Маленький кондитер» Хайма Сутина. Считается, что мадам Матисс в кимоно – самая значительная работа де Рена, когда-либо выставлявшаяся на торги.